Привет, друзья, привет, подписчики. В общем, у нас в поселке ходит слух о неведомом чудище под названием Чупакабра. Сегодня обнаружил у себя в кролятне вот такую вот систему. В общем, смотрите, видите? Клетка наполовину разобрана. Вот валяются доски, вот так вот оторванные. Видно, что следы зубов есть. Здесь вот. И две кролихи, у них сломаны ноги, и вот видите, заметно, что на передней лапке вырваны палец. Вот у одной, и вот у, блин, солнце, и вот у этой нижней то же самое. Сейчас буду делать дверь, но этих двух крольчих буду забивать на мясо, потому что со сломанными ногами они жить как бы не будут. Вот такая вот новость, так сказать. Ну, я думаю, что это была собака, потому что, если посмотреть по грядкам, вот как она зашла, вот здесь вот по траве не видно. А вот здесь вот на грядках, видите, вот следы, ну, скорее всего, собачьи следы. И следы довольно-таки большие, вот если сравнивать, следы почти в мою ладонь. Вот все, видите, перетоптано. Здесь все грядки перетоптаны, в общем, все поперетоптано. И по ходу действия пришла вот примерно оттуда. Зашла, изуродовала мне кроликов. Этот пес спрятался от страха. И, в общем, вот так вот она натворила. Оторвала дверку, вот эта вот дверка была сделана. Вот даже видно на дверке следы крови. Дверка была прикручена на саморезы, оторвана. Все это, в общем, таким вот образом оторвано. Все это валялось. И вот так вот. Такая вот устрашающая картина. Думаю, что придет еще раз. Буду теперь обращать внимание, ребята, на любой, как говорится, шорох, звук. Самое печальное в этой истории в том, что вот эта вот крольчиха, она как бы положение и рожать буквально там через неделю уже рожать. Но сейчас придется ее забивать. Если бы залезла вот в эту клетку, у меня здесь маленький крольчонок сидит, это мамочка с крольчонком. И вот получается она лазит. Иди отсюда. Иди. Вот крольчонок тут сидит. Вот он один всего родился. Вот такой вот он ему 2 недели. Вот он такой большой великан. А вот эта кролиха, которая снизу тоже со сломанной ногой, у нее одна нога сломана, а на второй ноге тоже оторвано 2 пальца на второй ноге, на задней лапке. Она, получается, сидела вот здесь наверху, ну и видно, как вот это бесновалось, вот это животное непонятное, которое залезло. И здесь были тоже 3 крольчонка, я сейчас их занес домой, возраст им 15 дней. У них уже как бы открылись глазки. Буду пытаться выкормить их молоком вручную, как говорится. Будут жить хотя бы там, ну, недели полторы дома, потом выпущу их в клетку. Может, что-то получится. Как-то вот такая вот новость, ребята. Так что ставьте лайки, делитесь данным видео в соцсетях. Ну и подписывайтесь, кто не подписан. Всем пока! В общем, ребята, закололи. Видите, какая задняя ножка одна. А вот эта нога была сломана. И видите, уже как бы пошел абсцесс. Это все, конечно, обрежется. Это вот у которой была беременная, у нее 7 крольчат было. А у второй полностью я вот заднюю часть отрезал, потому что она, обе ноги черные. Вот, заметно уже. Как бы здесь вообще уже черная, сгустки крови. И вторая нога тоже, она в одном месте прокушенная, вот здесь вот прокушенная. А, нет, это сломанная, а вот это вот прокушенная была, тоже черная вся. В общем, ну, в общем, они были не жильцы. Как-то вот так вот, вот такое вот ЧП, происшествие, так сказать.